Вот, ребят, вы только посмотрите, какой прозрачный бульон. Картошечка вся разваливается, разваривается. Вкуснотища. Всем привет! Сегодня мы будем готовить уху в афганском казане. А готовить мы будем на крыше. Из ингредиентов у нас картофель, голову форели, соль, лук, морковка, перец черный горошком и лавровый лист. И сам афган казан. Закладываем наш казан головы сначала. Так, голову положили. Морковка, лучок, сверху картофель. Несколько перчиков, один лавровый лист, ну и соль по вкусу. Залил все водой, закрываем крышкой. Проверяем клапана, работают или нет. Поджигаем газ. Ждем, когда отсюда пойдет пар, и будем варить 30 минут. Это вполне хватит. Ну вот, пошел пар из наших клапанов. Делаем газ потише. И оставляем на полчаса до готовности. Ну вот, ребят, вы только посмотрите, какой прозрачный бульон. Картошечка вся разваливается, разваривается. Вкуснотища. Ну вот, уха наша готова. И можно ее продегустировать. А под дегустацию нальем 50 грамм свойского коньячка из бочечки и попробуем нашу ушицу. Я думаю, если ее вынести на улицу на ночь, прохладу, получится холодец заливной из рыбы. Ну что, по традиции, ваше здоровье. Багетик есть такой. Вкусняши. Но красную рыбу ничем не испортить. Картошечка. Афган казан — это тема. Рыбёху попробуем. Даже кости развалились. Тает во рту. Это просто шедевр. Не стал ничего добавлять, ни пшенку, ни пшено, что там добавить. Вот захотел вот картошки с мясом рыбы прям. И бульон. Всем пока, всем удачи.